Смелый шаг белорусских спортсменов на открытии Паралимпиады в Рио не остался незамеченным в Паралимпийском комитете России. Наградить белорусов орденом дружбы предложила вице-президент комитета Рима Баталова, и она сейчас с нами на прямой связи по телефону. Рима Акбердиновна, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Сегодня действительно очень доброе утро. Наш флаг в Рио. Ребята, молодцы, просто восхищаюсь и горжусь тем, что у нас такие друзья. Я действительно за то, что этого парня давайте сюда, к нам, в Россию, в Москву. И орден он заслужил. Это подвиг. Подвиг, который он совершил. Он не дрогнул, и команда не дрогнула. Я думаю, что наши ребята еще не раз покажут. Это именно наши ребята имеют в виду паралимпийская сборная, семья, которая именно болеет за нас, именно с нами. Но вы знаете, я вот действительно сегодня такое вот хорошее настроение, несмотря на то, что плохая погода. Я сегодня нахожусь в Новогорске, главный судья этих соревнований. Даже погода нам не помешает показать лучшие свои результаты. Ребята, спасибо вам за то, что вы с нами. Римма Акбердиновна, ну вот для вас лично было неожиданностью появление белорусского спортсмена с российским флагом, несмотря на все предупреждения и запреты спортивных чиновников? Вы знаете, я ожидала, что ребята все равно это сделают. Понимаете, это те ребята, с которыми мы тренировались, те ребята, с которыми я лично сама выступала на советских аренах, когда мы еще за сборной Советского Союза с ними тренировались, с ними были в одной команде. И было вот именно время, я с таким вот ожиданием ждала, как будто и ждала вот старт свой на соревнования, что это они сделают. Но они сделали. Они сказали и сделали.